Сегодня мы открываем греческий праздник Малой Дионисии. По двум причинам. Во-первых, потому что Долина Лефкади расположена в исторических границах Боспорского царства, поэтому и позволили себе воссоздавать античное поле здесь на месте. А во-вторых, мне кажется, в России много праздников, но не хватает, несмотря на большое количество красных дней в календаре, не хватает праздников фестивалей, праздников карнавалов. Поэтому мы хотели делать такой праздник не официальный, а народный, веселый праздник, где будет много музыки, танца, выступлений. И мы хотели, чтобы это был такой праздник активный, чтобы вы сами принимали в нем участие и сами создавали вместе с нами его. Поздравляю вас с началом праздника Малых Дионисиев. На самом деле это замечательное место. Каждый из нас, наверное, по-новому открывает для себя Крымский район. Сегодня долина Лефкадия – это один из ключевых объектов винного туризма не только Краснодарского края. Это один из лучших объектов винного туризма всего Юга России. И очень знаменательно, что помимо уже уникальной созданной инфраструктуры ранее, продолжается развитие. Мы видим древнегреческий амфитеатр, который строится, фонтан, который открылся. И поэтому я хочу пожелать всем нам сегодня замечательного дня, замечательного фестиваля. Удачи всем! Мы спустились к вам с горы Олимп и принесли священный огонь. Именно им мы хотим начать наш праздник Малые Дионисии. Праздник достатка, сытый праздник. Мы хотим, чтобы все вы сегодня веселились, танцевали, давили виноград, пили вино и радовались этому прекрасному дню. Вместе теплее и веселее. Я объявляю Малые Дионисии открытым! Особенно в межсезонье. Я желаю всем отдыхающим сегодня получить максимум удовольствия и познакомиться с этой территорией, чтобы в следующий раз привести знакомых друзей и гостей новых сюда, к нам, в Краснодарский край, на территорию Крымского района, долины Лефкади.